Вот привезли песок. Пятиосная машина. Это очень много, конечно. Ну, машины три, думаю, здесь, чтобы покрыть дамбу. Нам помогают, договариваются, долгов и деньги. Очень хороший человек, повторяю, для нас. Вообще я не служу его никак, и просто говорю, когда бы не обратился, он всегда поможет. Он фермер, у него 6700 гектар. Это село Подстепное Ребристинского района Алтайского края. Начинал ни с чего буквально. И Господь так вот благословил. Видите, как? Какие порядки. Песка здесь нет. Потеряет только глина. При этом глина жирная. Не пропускает воду. Мы на втором мостике. Вот. Тут у нас. Там дальше идет, где ловим рыбу, шлюз. А здесь вот видно, сваи забили. И весну не прорывают. Это первый пришел, КамАЗ или как назвать. Песок тяжелый. Писание говорит об этом. Вот так. Тут уже это мелочи считается. Поехал на разворот. Да, это совсем немножко. Ну, он только знает, он как. Пыль полетела только. Теперь держится, начинает ссыпать. Это не пшеница, песок. Видишь, как заботится, чтобы все высыпать. А здесь каждое ведро будет дорого для нас. Там с чем-то, видно, что-то возили. Они помогают в уборке,
Я как знаю. Может, не это. Это вот лога, оставшаяся после Ноева потопа. Вот они, где главный лог. Ну, еще бульдозерис особый был. Леонтьев Алексей Лаврентьевич, 66 лет. Все сделал, как сказано было. На огромной скорости несутся у нас вот машины по дамбе. А то ехали на цыпочках. Бровки сделал, все как надо. Вот как он все ссыпает. Старательный какой человек. Пыль-то везде насела, летит. Хоть и закрытый он едет, но все равно попадает. Вот как все это достается. Это не телевизор смотреть. И те, которые там нападают, судят кого-то. Вы поработайте, посмотрите, как будет. Вот он лопатой ссыпает. Обдумано, чтобы две не разломала ее. И чтобы где ногой наступить, он все знает. Вот измеряю. Сантиметров 15-10 то надо насыпать. Второй КамАЗ пришел. Вот сужу, как сделал полотную. Вот так. Все, хорошо, вали, вали. Я думаю, как раз у вас будет свалить, а его потом продернете, как раз подойдет. Как только перед не свалите, а этот к нему там вплотную точно так же. Вы хорошо подъехали. Замечательно. Вот это, как мы знаем, работал здесь Леонтьев Алексей Лаврентьевич. И он сделал себе сначала, я думаю, как он будет. Он создал, чтобы по стенам было, по сторонам. И вот он здесь отсюда брал. Вот он,
А тут видно, что старые врали траншеи. Ничего он не знал. Он только эти гребни, которые между этими снес. Вот это вот он снес. И вот следующая траншея. Ну, нам уже хватило этого, не надо больше. Да, вываливайте. Не, я сейчас назад чуть-чуть, да, маленько. А то я сам себя могу завалить. Ну, смотрите. КамАЗ-то пустой. Да. Делайте, чтобы безопасно было. Как лучше. Вот так. Эту дамбу засыпем. Это все за свой счет. И дамбу за это вот все пришлось 154 тысячи отдать. И 800 рублей. И здесь вот сколько она чистит. Ну, он и с прицепом. Тон 15-то есть. Хорошо тоже. Комнаты не увезти. Там где-то трава захватилась маленькая. Чтобы удобно было закрывать. Незнакомые люди стараются, дорога такая трудная, не близко. Вот он как раз эту траву-то и вырвет. Помоги, Господи, все сделать, как должно. Тот и это, то свет другой, желтый, это белый, ну и там видно верхний слой земляной. Рыба без костей не бывает, как говорят. Вот так. Еще маленечко, вот так. Хорошо.
хорошо, значит хорошо. Вот как еще. Там полкузова даже нету. Побоялся, чтобы не вылез. Он сам знает все. Это второй мостик. Наклоняет. Открылась полностью. Как раз вот до этого нарос. Тяжелый же все. Ну там разные растения, это все убрать нужно. Корни. По-моему, он тронет ее, она все вывалится, там немножко останется. Нет, надо было тронуть только. Застрял, тогда опустил, чтобы здесь, и остатки съехали. Потому что он хотел как ближе сделать, старательно так. Ну, все вышло. Молодец.